Михаила О. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор комплекса CO2 экстрактов антицеллюлитный 5 грамм. Комплекс CO2 экстрактов содержит в себе ингредиенты ламинарии, мукуса, плюща, конского каштана, хвоща, кофейные зерна и CO2 экстракт. Это полностью натуральный компонент, полученный из растений путем гидроксида углерода. Он не содержит примесей и сложных химических соединений. Ламинария – морская водоросль, богата на содержание йода, витаминов, калия, брома, железа, натрия. Обладает увлажняющим, тонизирующим и регенерирующим действием. Приводит в норму обмен веществ и препятствует отложению жиров. Фукус содержит большое количество витаминов В, С, Е, альгиновую кислоту, йод, железо. Улучшает процесс регенерации кожи, приводит в норму липидный обмен, устраняет целлюлит. Плющ включает в себя органические кислоты, стеролы, минеральные соли, витамины группы В, улучшает структуру кожи и приводит в норму эластичность. Конский каштан обладает хорошим успокаивающим эффектом, нейтрализует отечность, снимает раздражение, укрепляет стенки сосудов, приводит в норму микроциркуляцию кожи. Хвощ содержит дубильные вещества, каротин, кремниевые соединения, минеральные соли, витамин С, калий, кальций. Благодаря своему составу укрепляет стенки сосудов, приводит в норму работу соединительной ткани, обладает хорошим регенерирующим эффектом. Кофейные зерна включают антиоксиданты, которые тонизируют и увлажняют кожу, замедляют процесс старения, обладают заживляющим и восстанавливающим свойствами. Комплекс CO2 экстрактов, как косметический ингредиент, создает коже эластичность, увлажняет и тонизирует, выводит из клеток жир, дренирует кожу бедер и ягодиц. Вот такой бутылочке мы отправляем данный комплекс нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!